Всем привет, дорогие друзья, с вами опять Мифари, и недавно я выпустил парку ролика насчет паузы. Ну, там в первом ролике проблемка, после паузы у меня что-то, одна и та же картинка была и все. А насчет Майнкрафта я уже посоединился с мегаполисом Миши и сказал, что два последних Майнкрафта. Ну как сказать, летсплеев закончились. Так что я создал новую карту. Кстати, она что-то долго прогружается. И тут мы будем строить. В комментах вы можете попросить меня, что строить. Ну вы поняли. Тут будет стройка на камеру или с камеры с паузой. Да не важно. Просто напишите в комментах. Но я не знаю, какую, можно так сказать, вид строить. Ведь как-то будет некрасиво, если будут какие-то пещеры древнего мира, скажем, вот, а на нем современный маяк. Это будет, если честно, некрасиво. Плюс, надеюсь, мне скоро скачать, а то боюсь верстников. На 1.12, которая вот эта версия, наверное, будут мод. То есть, знаете, как ушел в сезонах NPC. Да, будет классно, ведь там и дополнительные скины. И вообще, люди такие. Так что можно так быстро телепортироваться. А тут, мне кажется, или это маленькая куба. Нет, посмотрите, маленькая куба. Да, что-то я коплю. А, вот такой у меня мир. А, в моей группе ВК будет голосование. Будет древний мир, средневековье, но точнее от античной эры до возрождения. И современность. Это все остальное. И последнее это будущее. В группе будет голосование, если вы поняли. А так, как сказать, ссылка на эту группу будет в описании, голосуйте. Так что пишите в комментах, что мне тут посоветует. Ну а с вами был Михаил. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.